Всем привет! Сегодня ноутбук Acer V3-571G. Вот модель Q5WWW1. Ну, почему он не включается? На зарядку не реагирует, лампочки не горят. Зарядник проверил, зарядник рабочий. Потом своим зарядником еще подключил. Чуть-чуть пошатал, и, короче, оказывается, в разъеме дело. То есть чуть-чуть подогнешь, начинают загораться лампочки, и включается он. В общем, точно дело в разъеме. Осталось разобрать его, посмотреть, как он реализован в этой модели. Скорее всего, отдельная платка идет шлейфом каким-нибудь или проводом подключена к основной плате. Думаю, что так. Обычно на Acer так. Вот здесь Acer на i7 процессоре. Видюха есть 710. Такие тут USB 3.0, HDMI, VGA. LAN разъем, наушники, микрофон. DVD-ук есть. 2 USB 2.0. Съемный аккумулятор. Так, клавиатура. Полностью похож с верхней панелью. Вот здесь аккумулятор съемный. Здесь жесткий оперативка, скорее всего. В общем, надо будет все развернуть. Потом посмотрим, что у нас там внутри. Может, заодно почищу или термопаст поменяю, пока не знаю. Так, здесь снял заднюю крышку. Здесь два винтика держала. Здесь идет жесткий диск, он без винтиков просто выдвигается. Wi-Fi на одном винтике нужно снять, потому что он к корпусу крепится. Вот здесь вот один винтик серебристый. Вот он. Остальные все черные, длинные. Здесь еще три коротких винтика идет. Вот, остальные все вроде черные, длинные. Вот. На этом хотел заострить момент. И почему-то вот здесь вот не было винтика одного. Понятно, почему здесь расходится, как раз здесь разъем зарядки находится. Возможно, из-за того, что винтик вылетел, отлетело там крепление. И прижима нет хорошего. Поэтому, наверное, и контакта нет. Возможно, даже может быть достаточно сюда винтик привернуть. И разбирать не придется. Сейчас, кстати, попробую. Так, разобрал ноутбук. Нужно пару моментов упомянуть. Сначала поддевается нижняя часть. Она соединяется с шлейфом. Шлейф нужно отстегнуть. Вот здесь. Верхнюю часть я оставил на плате. После этого остается вот эта часть, которая у меня держалась на одном винтике, вроде один винтик. Его отворачиваем, тогда только уже снимается вот эта вся часть. Но здесь нужно еще отстегнуть шлейф клавиатуры и шлейф кнопки. И как я и думал, у разъема зарядки отвалился минус. Он идет отдельным кабелем, соединяется с платой. Но здесь еще выломаны эти крепления. Скорее всего, тут тоже вот есть потертости на плюсовом из-за креплений. Может быть, это как-то взаимосвязано, что выломались крепления, и после этого сломалось питание. Питание мы, конечно, подпаяем, вот с креплением не знаю, что делать. Обычно я насквозь их делаю. И вроде норм. Но не знаю, как получится. Лень заниматься, может, прям так и отдам. Посмотрим. Блин, и паять неудобно, придется плату снимать, чтобы этот провод вытащить. Либо паять на месте. Здесь термоусадка. Может быть, и на месте запаять. Лень, плату снимать мне. Ладно, сейчас подумаем. Так, вроде бы все закончил. Разъем запаял.
припаялся к тому же контакту. Длины провода хватило. Петлю сделал, как обычно, насквозь винтиками на 6. Немного колхозно выглядит, но зато надежно. Вот, которые в ножке, они еще более-менее, вот это чуть выпирает. Ну, хотя бы винтик не торчит, гаечка тут. Вот. Сейчас попробуем все это закрыть и проверить, но я думаю, что все будет работать. Сейчас продолжим после того, как все соберу. Так, как видно, аккумулятор заряжается, разъем работает. Кнопку пока не подкинул, сейчас все соберу и включим. Кстати, с моим зарядником почему-то не включалось, но там, скорее всего, еще провод мозги в самом заряднике. Здесь вроде провод получше, определяется нормально. Даже пошевелить, если ничего не гаснет. Вот. Так, собрал ноутбук, включил. Все заряжается. Разъем также шатается, но там потому, что он сидит так. Но зарядка не пропадает. Все, можно отдавать. Всем пока.